Александр, приятно, что именно ваш мяч оказался победным на первом матче на сборах. Ну, победным оказался не мой мяч, а мяч Дентини, который только что забил второй. Я считаю, для первого матча нормально. Как оцените вообще первую игру, свое состояние? Ну, я считаю, что все сыграли по тайму, это нормально. Для первой игры на фоне усталости небольшой, все-таки контрольная игра закончилась отлично. Результат в контрольной игре важен для команды психологически? Ну, конечно, приятно всегда выигрывать, тем более на сборах. Это период подготовки, всегда приятно выигрывать. Уже можно подвести итоги первого этапа предсезонной подготовки. Какие впечатления от испанских сборов и что можете сказать о своей форме? Да, нормально все. Считаю, что потихоньку набираем кондиции. Хороший сбор, отлично закончили, победой. Теперь поедем, полетим в Киев. Отдохнем и с новыми силами в Португалии.